Ну а перед началом данного видеоролика советую тебе подписаться на канал и принять участие в розыгрыше прокачки, который произойдет на 1600 подписчиков. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте Kiss Battle. С нами сегодня Алексей, Леша, подписчик, который выиграл в прокачке в телеграм-канале. Леш, привет. Здорово, Семен. Можно Сема, так будет проще всем, я думаю. Да, понял. Ну что, Леш, расскажи свои эмоции, как ты, как тебе написали, вот ты говоришь. Да вот ты, говорю, за неделю назад увидел в Ютубе, думаю, дай посмотрю, подписался. И думаю, в комментах писал, хочу в прокачку. И тут что-то смотрю, прокачка. Ну, залетел, еще и попал, а сам и забыл, что участвую. Ну, какой-то парнишка написал, вот, я в прокачке. Ладно. Все круто, классно. Давай, Леха, смотри. Новые кисы на Kiss Battle. Давай просто попробуем по одному. Я уже, конечно, попробовал на своем аккаунте. Не все хорошо, так скажем, сложилось. Я тебе, если что, демонстрацию экрана включил. Ты можешь все смотреть, все видеть, да. Все, что падает. Не показывает. Так, ну первый кис мы с тобой, Леха, уже открыли. С 49 рублей мы получили 27. Сомнительное удовольствие. На самом деле, Kiss Battle не балует в последнее время денежками никого. Ну, я надеюсь, хоть что-то мы цепанем на твоем аккаунте, что-то хорошее. Ну, так чисто, может быть, поиграть тебе в Counter-Strike с каким-нибудь хорошим айтемом. Окей, давай рейда. Ну, да. Ну, да, вообще 158 рублей, кстати, неплохо. X2 от кейса. Неплохо, неплохо. Да, ни в коем случае. Ну, давай Шиву еще попробуем. 109 рублей, кейс. О, ностальгия, кстати. Должна денег стоить. 435 рублей. Ты смотри, а, как хорошо. Он Рокфеллер открывает вообще, ебать. У кого-то денег больше, чем у меня, что ли? Ладно, давай, значит, еще раз вот этот круг пройдем с тобой. Ну, пока что на самом деле не все так плохо, как казалось на первый взгляд, когда ты... А, все, смотри. Только что открыли, и все, он кончился. Вовремя мы. Так, давай, Скорпиончик. Охотничек, кстати, тоже X2 окуп. Неплохо. Что-то ты... хорошо дает. Да, что-то прям есть как будто бы потенциал какой-то, ты смотри. А, ну вот, поп шипучков. Ну, это, конечно, небольшой подъеб, ладно. Не будем выебываться тоже уже. 400, сколько, 435 рублей с Шивы, я думаю, это неплохо. А, ну вот и подъеб Шивы. Конечно, ладно, пойдем в контракт и посмотрим, что... 905 рублей, Лех. Вообще-то... Ну, вообще-то... Вообще-то нихуево. Давай, ладно, парочку сделаем. Ох, какая хорошая. Отличная, я бы даже сказал. Давай еще один. 149. 120. Ну, не знаю. Как будто бы не имеет смысла дальше делать. Давай, знаешь как? Давай выйдем. Откроем один Silver Elite на 18 рублей. Получим кассету. Окей, вот так вот запиздячим контракт. 239 рублей. Ага, 118. Кейс Баттл говорит, пососи. Что ты хочешь? Давай, говори. Да я думал, может, окупной сейчас будет, так как не окупы были. Ну, блин, это сомнительно тоже. 712 рублей, ладно, давай продадим. Хочется все-таки как минимум сделать X2, правильно? Ну, так-то да. Ну, так-то да, вообще, я тоже не спорю. Всегда хочется мне сделать хотя бы X2. Окей, ладно, первый не окуп. Скорпиончик вообще может дать денег. О, топливный инжектор, кстати, подлетел. Вот. X4 от кейса. Ебануться. О, конечно, не закончился. Это ебануться можно на самом-то деле. О, и второй сразу же тоже плюсовой. Так, давай-ка подзадержимся на этом кейсе, пока дает. Ой, охотничек, ты смотри. Блять. Вот, кстати, заметил, вот контракты делаю ночью после нуля. Кстати, почему-то неплохо стреляет. Ну, то есть, вот знаешь, это... такое ощущение, как будто бы админы прекращают свои существования на сайте, и как будто бы шансы появляются. Я тоже заметил. Я тоже достаточно часто сижу после там нуля. Вот я также соточку кину на контрактах, играющие, типа 13 кейс. И как бы, блин, заметно. Ну да, да, да. Есть такая тема, да, много кто говорит об этом. Ну, хочется электрический улей все-таки попытать надежду. Где он здесь? 3000 рублей, ну типа... Я понимаю, что с такого кейса это нереально, но... Мало ли там какие-нибудь баги, лаги, не знаю, на Kiss Battle будут. И мы с тобой сейчас электрический улей прям тебе в карманчик цинк нахуй сделаем. Оранжевое кимоно. Ой-ой-ой, 181 рубль. Блин, вообще хорошо сыпет. Бля, да, слышь, я говорил в своем ролике то, что такие, наверное, кейсы побольше для людей сделали. Но, знаешь, потом я начал открывать. И как-то все резко
поменялось в моем мировоззрении то, что кейсы для людей. Блять, что это за хуйня? Что с контрактами? Контрактик не супер, ни хрена. Вообще пусто. Вообще пусто, ты смотри. Давай даже вот, не знаю, попробуем вот так. 91 рубль. 66. Вообще жрет. Да-да-да, я вижу. Давай, ладно, еще парочку запилим и уйдем. Ай-яй-яй. Ты сбатал что-то с контрактами? В последнее время вообще жестко подъебал. 219? Ну да. Не, сюда вообще мертвый. Сегодня как будто бы пустотеево как-то, ладно. Давай попробуем рейдон еще пару разков. Может быть и отсюда что-то хорошее будет сыпать. Хотя бы... О, колымага. Кстати. 263 рубля. Сотки, да. Нихуя себе вообще-то. Ну, некромант, статрековский, ну, бля, не знаю, такое себе. Ну, вот если сейчас еще слизь будет падать, будет вообще неприкольно. Ну, ладно, 73 рубля, арктический волк. Правильно же я сказал, да, арктический волк. Около того. О, еще один, кстати, плюсовой, X2. Бля, хороший кейс, реально хороший, вот, ну, для людей, кто там любит закидывать рублей по 150, по 200, и типа, ну... Я знаю таких людей, которые и ножи с этих денег делают, но, блядь... Мне пока такого не удавалось. Ну вот я только... Я больше 2000 не поднимал. Сотки причем. На контрактах. Ну, не знаю. Я как подниму, так до талого все и сливаю. Да я так же, нахуй, я не волнуюсь. У меня все то же самое. Ой-ой-ой. Опа. Есть. Стрельнули. Есть. Пробили потолочек. А, нет. У нас было вообще-то 900 рублей. Может быть, шиву давай попробуем. Ой, там нож кто-то крафтит. Ну ты смотри, нахуй. Кейсбаттл на отдачу сегодня работают, что ли? Окей, ладно, плюс. Но здесь вообще на самом деле мало скинов, которые не окупают. То есть, взгляд в прошлое, полупозиция, возвращение и, блядь, что-то еще. А, вот. 4 рубля, ага. Ну, то есть, оно может подсбрить, но мне на самом деле вот в моем ролике... Ой, кровавый тигр, нихуя себе, слышь? Неплохо. Может быть, у тебя шансы на аккаунте какие-то хорошие имеются? Мертвая хватка, блядь, ты смотри, ебать. Ой, нихуя. Леха, ты что, ебанулся? Да я подкрутил. А сколько ты денег проебал на аккаунте, честно скажи? Блин, ну слушай, я и практически каждый день по 300-400 рублей с него забираю. А, нихуя, а Сёма нихуя не забирает, Сёме так не падает. Слышь, ты, бля, может, расскажешь тактику, блядь? Так вот, залетаю с соточкой на сильверы, ну, на кейс сильвер. И того, ебать, Лёх, у нас вообще все приятно, на самом деле. Хорошо. Давай, ладно, один контрактик на верочку, 295 рублей. Ну да, но он сейчас окупать и не будет, на самом-то деле. Давай продадим. Будем сидеть на этом балансе. Ну да, я тоже так думаю, большие иксы не дает. Окей, Айзек. Здесь на самом деле, вот я только что проверял этот кейсик. Здесь mm-hmm. падает, например, из плюсов правый спорт, мода, ЛМАГа. И, ну вот, пиздец, не хочется рассказывать нахуй даже о таком. 11 раз подряд невозмутимость падает. Давай попробуем, что, покрутим. Ну просто 11 раз подряд невозмутимость видеть в своем инвентаре. Ну вот, да, и вот это вот тоже блядство. Давай не будем, нахуй, этот кейс, он какой-то, блядь, помоечный, нахуй. Мне вообще пиздец не зашел. Вот Шива, она что-то в ней есть, я тебе говорю. Ну не просто ж так реактор ой-ой-ой. Падает, нахуй, правильно? Что... Ну это мой кейс. Ну это, да, вот прям вот для твоего аккаунта. Ну это конечно, подъеб, конечно. Ладно, ничего страшного. Ну и директивка тут, она тоже окупает. На 10 рублей, но окупает как бы. Ну, он тоже плюсик. Маленький, конечно. Но приятный. Конечно, вот еще мертвую хватку, после он повстанется, если мы отсюда с тобой ухватим еще разок. Бля, я тебе говорю, тут что будет нахуй в комментариях? Ладно. Мы не выебываемся, у нас как бы реактор в кармане еще имеется, да? Мертвая хваточка подлетает опять за 455 рублей. Ебанутый кейс. Ребята, всем советую открывать его. Ну, просто он либо еще не парнерфен, как надо, либо у Лехи что-то с аккаунтом хорошее. Ну все, выпуск, когда выйдет, пофиксят сразу. Да, блядь, они пофиксят раньше, поверь мне. 1500, блядь, 1600, Лех. Вообще-то, да? Но контракты, кстати, пиздец подъебывают, я смотрю. Вот просто сколько мы не делали, один раз был плюсовой. А, вот, королева пули. Вот. А, причем я заметил, он постоянно падает. Ну, такой, как бы, скин. Как ходовой, наверное, тут в контрактах. Он ходовой только потому, что его закупать дешево для кейс-баттла. Может быть.
Ну и так вот, чисто. Окей, ну ладно, все равно. Шиба, даже вот если вот сейчас с тобой Шибу продолжаем. Ну вот подъебочка есть. Есть, конечно, она. Ну вот у нас какая-то такая лишняя здесь. Слышь, на туре, походу, лишняя два раза подряд падает. Ну, все-таки 1700 на балансе. А, ну вот, все. Начинается, нахуй. Смотри. Начинается, бритва пошла. Да, 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 блядство вот это пошло, кейс батловская. Ебать, 4 раза подряд. Ну давай, ладно, один фаст там. Окей, плюс 10, второй. Минус. Третий. Плюс 10. Минус. А, хуй то, плюс еще один. Ладно, ладно, не будем, не будем заигрываться тоже. Ну его нахуй. Знаем у вас таких нахуй. Приятели, блядь. Давай даже вот так, вот 299 на верочку. На, вот дух. Дух. Все, это вот дух воды мы с тобой выводим точно. Даже думать нечего. 316 рублей. Вот эмочку, эмочку коалицию ты тоже, Леха, выводишь, что даже думать нехуй. Как бы стреляем, нахуй, не волнуйся. Сейчас еще, еще пару айтемов тебе возьмем на вывод. Вот хочешь СГ пульс выведем, нахуй тебе. Ну, револьвер, я думаю, с ними никто 4, нахуй не гоняет. 4 плюса получается. Да, Лех, я его все ебал на твоем аккаунте, падает даже лучше, чем мне. 2800 тем временем, да, как бы у тебя? Ну, лежит, огонь. Лежит нахуй просто. На, оно еще дает, бля, Лех. Ты смотри. Могу на пару дней дать поиграть. Да, если бы я эти скины в карман бы себе убирал, ладно. Давай вот такой 1509. Ну все, подсбревать начинает, нахуй, давай продадим вот. Доступные что-то у нас есть. Вот это мы продадим, вот это и вот это. Еще на Шиву зайдем. Не знаю, так чисто на верочку уже. Понятно, подсбриф небольшой. Гадючка, ладно, пусть будет. Охотник тоже плюсовой. Вот этот подъеб, конечно. Еще один. Давай не будем больше. Ладно. Давай. Давай, Шива, нахуй. 2400 имеется как бы у нас на балансе. Давай вот так вот. 210 рублей. Ну, нет, все, подсбривает. Видно, видно. Но тем не менее, как бы, я не знаю. Уже хорошо. 324? Ну да, 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 смотри. Не хочет больше, не нравится ему. Не нравится ему кейс батл в минус уходить, поэтому он так, такой хуйней занимается. Я не знаю, ну давай, ладно, на верочку какой-нибудь контрактик пильнем с тобой процентов на 50. Вот, у меня, вот я обычно там, знаешь, играю, когда там пушка выпадет там за 35 рублей, то есть уже 3 по 13 не открыть. Ставлю на 500 там, рублей, 400, вот тоже в апгрейд. 5-6% частенько заходят. Давай, кстати, попробуем. Вот, вот 200 рублей, например, ты закидываешь, да, на свой баланс. Вот как ты делаешь. И хуяришь сервер элиту, правильно? Да, да, я его открываю по максимуму. Ну, то есть там на балик. Ну да, давай. Здесь. Вот на full баланс сейчас откроем. Вот сколько есть. Кстати, даже окупается. Окупается частенько. Бывает и по 40 рублей пушки падают. Бывает и по 6 падают, я смотрю. И по 6 еще падают. Ну вот, 30-ка хорошо залетает. Вот еще 30-ка подлетела. Ну, такая вот ебута нам не нужна, конечно. О, гремучая смесь. Это, ебать, этот скин еще в игре, что ли, есть, нахуй? Ладно, нахуй. Блядь, 4 рубля падает с кейса. Ну ладно, смотрим. Ну, как бы... Я не знаю, ну давай, ладно. Все, из всего контра... Опа. Да, я постреляю, нахуй. Слышь, подожди, может, ты... Может, еще разок пострелять даст? 160? Ну, около того. Ну, ладно, это да, тоже не будем считать за минус. А, ну да, все. Не хочет. Да, не хочет больше. Ебать, ну да. Вот, смотри, один раз плюнул что-то в лицо, сказал, на, забери нахуй, и больше не дает. Ну да, 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 вообще, блядь, бритва жесткая пошла. Блин, это вообще песня, я не знаю. Ну сколько тут есть? 5 оружий, пойдем в апгрейды. На что, ставишь на 500? Ну, смотря, если, короче, дам 40 рублей пуска, то ставлю 500, ну, чтобы этот, а, так, ну, давай поставим 400. Ну, давай, ладно, хотя бы, чтобы 10% было, вот по 200 поставим. Ну, давай. Так вот, например, да, Фомасик, например, вот первый полетел. Я еще думаю, наверное, каких скинов больше у бота, я думаю, те больше шансов. Не, у кейсбатла нет ботов. Сразу понял. Тебя хочу разочаровать в этом плане. Какой, вот по твоей логике, какой будет скин дешевле купить на маркете, тот чаще будет падать. Вот, например, у нас была муха, да, например, и она, кстати, зашла. Вот у нас была муха, и она зашла. 200 рублей. Потому что она уже падала. Вот, да, есть правда в этих словах небольшая, но там вот типа 2 или 3 раза она точно не зайдет.
Ну вот это только... Не-не-не, дотянет. Не-не-не, что, там хорошо так далеко уже как. Давай на 13% еще попробуем. Ну этот перекатится и последний давай. То, ну хуй, давай на муху на эту же. Зайдет, кстати. 400 Походу рублей. Идет. Да-да, зайдет, угу. Зайдет. 400 это рублей, был, Лех. 80 рублей 400 сделали. 435, блядь, ну пиздец. Я ебал, у меня, я тебе говорю, у меня нахуй на моем, на основном аккаунте столько, блядь, денег не падает, блядь. С пятихи. Ну пиздец, ну хуй, я себе обсидиан 113 рублей. Ну латунь 75, окей. Еще одна латунь 75. И больше не можем нахуй. Ну давай, ладно, в контракты переместимся. Как бы все равно, то на то и выходит, плюс-минус. Он и не дает, как бы и не сливает. Ну да, держит. Да, держит. Вот на этой шляпе, конечно, но он держит. И, блядь, ты посмотри, ну, сука ебаная. Ладно, давай все уже нахуй. Аллы нам 316 рублей. Опа. Ну, если нихуя не сделал. Ленин, хочешь, базара нет, хочешь, давай заберем тебе ее. Как бы за... Нет, давай его лучше еще покатаем. Давай, ладно, калаша покатаем. Я-то, знаешь, как бы, ну, особо, так сказать, у меня инвентарь упакован в плане всех пушек этих. Я только не, больше... Ну, просто дух воды вот нам беспон продавать. Вот реально, дух воды беспон продавать, потому что мы его сольем, реально тебе говорю. Не-не, его-то пускай оставим, пускай будет. Один плюс, кстати. Реально. Нет, два. Два наебал. Два плюса было всего. Ну, ты смотри, ну он сейчас так и будет, нахуй. Ни туда, ни обратно, нахуй. Ну да, около того ходит. Угу. Давай, 202 рубля, 149. Ну и, не знаю, тоже давай алыновский, 288. 224. Ладно, давай попробуем на пятишечку просто, ну не знаю, на верочку. Какой-нибудь скин, вот, который ты хотел бы себе сейчас в инвентарь заменить. Петушка, например, да, там побегать. Пострелять нахуй. Ну, мы можем, если он сейчас выпадет, мы можем какой-нибудь кейсик крутануть за эту же сумму, да и все. Там... 44% шанс вообще, я не люблю такое делать. Ну давай, ладно, попробуем. Чем черт не шутит, как говорится, да? Он, кстати, зайдет. Нет. Там. Не, проскочит. Вот уродец, блядь. То останавливается, то, блядь, проскакивает. Ладно, вот это не будем даже трогать, пизду. Заберешь тогда. Давай даже, да? Давай даже вот так сделаем. А, нихуя. Все поменяли, ты смотри. Я просто не знаю, я достаточно давно скинс батла ничего не собирал. 2 рубля. 2 рубля мы тебе сделали. Приятно. Я не спорю вообще. 2 рубля это хорошие деньги на самом деле. Там, даже если потом продашь, не знаю, можешь там в кафешку какую-нибудь сходить, нахуй, не знаю, если же. Это в этом проблем-то у меня нет. Блять, ну приятно, приятно. Ладно, Лех, будем с тобой прощаться. Да, все, спасибо всем большое. Да, не за что. 2 рубля у тебя на кармане есть, все, кайфуй. Да. Участвую в розыгрышах. От души участвую, вот теперь я твой подписчик. Ладно. На ютубе, лайки, комменты, все четко. Ладно. Ну что ж, если понравился данный видеоролик, обязательно подпишись, поставь лайк. Хочешь поучаствовать в прокачке, просто перейди в телеграм-канал. Раз в неделю я уже сказал то, что стабильно будем прокачивать ваши инвентари. Вот Лехе повезло, Лехе просто пятишечка на аккаунт упала, 2 рубля мы с Лехой как бы в карман ему сделали. Ладно, а так... Всем удачи, всем пока. Пока-пока, пока. Пока-пока всем.